пятницу. Вика, а это что такое? Кость, в общем, я уезжаю. Мне предложили работу в нефтяной компании. Ей стоило осторожнее бросать свои взгляды. Вон она, твоя судьба. Ты узнаешь ее про зиму вину на левой щеке. Виктория Васильева, наш эксперт по истории. Добро пожаловать. Никому не под силу устоять перед шармом пленительного Востока. Ты видел родинку той русской? Да, и что? Совсем как в предсказании. Девушка из северной страны, которая изменит мою судьбу. Но предсказание сбывается тогда, когда в него твердо верят. Кажется, начинается песчаная буря. Мы же можем погибнуть. Вика уехала в командировку. Должна была вчера вернуться. Там перцы при бабосах такие. Я бы Вику не отпускал с ним. Жребий выпал, но с ним всегда кто-то не согласен. Хахаль пусть едет, а она должна остаться. Я все сделал. Куда она без паспорта денется? Я, пожалуй, поеду домой. Аксут! Аксут! Полина Максимова, Роман Курцен и Павел Майков в многосерийном фильме «Принцесса Севера». В пятницу на ТВ Рус.